Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. Коронавирусный кризис серьезно повлиял жизнь не только простых жителей России и других стран, но и на судьбы именитых артистов. Так, знаменитый советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе практически пропал с радаров и перестал появляться на публике. Однако 10 июля в сети разместили фотографию со съемок нашумевшего телесериала «Сваты», которые проходят в Тбилиси. Кикабидзе также поучаствовал в данном мероприятии. Фотографию со звездой легендарных советских кинолент «Мимино», ТАСС уполномочен заявить, «Встреча в горах» и других выложила артистка Инна Королева. Будет ли легендарный актер участвовать в съемках известного сериала, пока не сообщается. Однако, если это так, удача повернулась в сторону Вахтанга Константиновича. Поговаривали, что из-за пандемии он растерял все свои доходы и вынужден был довольствоваться очень скромным образом жизни. Возвращение в большой кинематограф может поправить финансовое положение звезды. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.